Хей-хоу, ребятки, всем привет, с вами Борода, это Horror Field, у нас на повестке дня Джек, и сегодня мы попытаемся выкачать немножко его характеристики, прокачать его уровень. Наша цель — получить наконец-то 10-ю ступень, и также нашей целью является повысить его ранг, потому что у нас есть определенное количество заданий, которые нам нужно выполнить для того, чтобы перейти на следующую локацию. И следующая локация — это то, чего мы так долго ждем. И я думаю, если сделать несколько хороших каточек, мы сможем взять уже 9 уровень. А где 9, там и 10. Поэтому поехали, друзья. Вспомним-ка, как здесь выживать. Давненько мы не играли. Ой-о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 й. Довольно-таки неплохое начало. Вам так не кажется, да? Потому что мне так не кажется. На самом-то деле я в печали. И нет. Неужели он прямо сейчас попадет на меня? Здорово. Здорово, здорово, здорово. Ты куда? Стой, 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 стой. Давай, давай, я туда. Лечи меня. Лечи меня полностью, потому что я в заднице. Я в колоссальной жопе. Есть один генератор. Хорошо. Ну, сейчас я буду опять в заднице, потому что он идет прямо на нас. Твою мать. Все. Я попал. Или нет? Отличненько. Нырнул я удачно. Так, ящичек. Давно мы с вами ящиков не открывали. Давай посмотрим. Пам-пам-пам-пам-пам. Па-па-па-па-пам. Отлично. Найдена жизнь. Найдена целая, мать его, жизнь. Прикольно. Ништячок. Зачем он, я не знаю. Поэтому пошли. Он нигде в инвентаре не отображается. Значит, будем считать это бесполезной вещью. И... Стоп. Мужик, мужик, стой. Стой, мужик. Мужик. Твою мать, стой, мужик. Мужик, блядь. Ну и куда он убежал? А тут адекватный вообще. Стой. Ла-л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 а. Сейчас нас тут убьет, короче. Смотрите. Сейчас нас как шлепнут. Да стой ты, ты придурок, что ли? Ну что за люди? Все, иди отсюда. Чтоб глаза мои тебя не видели. Пшел вон. Так, генератор здесь починили, хорошо. Пошли искать своих приключений на свою задницу. Вот я просто уверен, что сейчас выйду прямо на человека под названием маньяк. Хотя, наверное, блять. Уходим, уходим. Нам там делать нечего. Только пойдем вверх. Так, здесь пусто. Сейчас опять начнет бинькать. Этот маньяк какой-то неправильный. Ну вот. Какого хрена он тусуется внизу? Ой, бля. А-а-а! Все, я понял. Дело дрянь. И что-то этот маньяк ломает всю систему на самом-то деле. Обычно все тусуются вверху, а этот придурок тусит внизу постоянно. Это зачем вообще так делать? Наконец-то я нашел свой генератор. Я считаю своим долгом чинить именно этот генератор, потому что генератор в нижнем левом углу почему-то всегда остается нетронутым, и его оставляют специально для меня. И сейчас я сделаю то, что должен. Ну и зачем мы его ломаем? А, вот зачем. Я понял. Ну ладно. Тихо. Ладно. Я рисковать не буду. Не-не-не-не-не. Ой-ой-ой, твою мать. Чтоб тебя за ногу семеро драли. Ну вот мне так и не везет постоянно, ну вы понимаете. Ну вот как так? Вот какая вероятность была того, что я вот так вот тупо просру? И теперь он, конечно же, будет охотиться за мной, потому что, ну, как бы больше никого нету, я один остался, и мне жопа. Я это адекватно оцениваю, если я сейчас не иду прямо к двери, которую они открыли, то все. Давай, до свидания, Руська наигрался. Скрестите за меня пальцы, пожалуйста, и если мне повезет, то я открою нужную дверь, я открою ее вовремя, и он не подойдет ко мне. Ну, судя по сердцу, он где-то вроде совершенно в другой стороне, и я смог одержать победу. Джелли, к сожалению, не смог спасти, но это не моя вина. Как бы я ни хотел, я бы не смог туда добраться. А, меня покалечили. Так, плюс один к рангу, куча всяких ништячков. 749 опыта. Очень мало, но мы это удвоим. Ну что, так вот получше, конечно, но с такими темпами мы будем еще долго катать. Погнали сразу же, не задерживаясь. Я
удивлен, но почему-то количество получаемого опыта именно Джеком всегда меньше, если сравнивать вот с той же Мэри. Мэри сыпет опыта как минимум в два раза больше, а при использовании двоений получается очень даже таки вкусная сумма в виде 3-4 тысяч. И, конечно же, она у меня прокачана уже на уровне с Джеком, и это логично. Так, внедряемся. Сразу возле меня ящик есть. Я, конечно же, заберу золото. Это хорошо. Нужно немножко определиться, где мы выпали. Мы выпали прямо возле его домика. Ну, это прям великолепно, я вам скажу. Но вот только в этой игре тебя может заспамнить прям сразу в самой жопе, понимаете? Так, конечно, сердечко уже шалит. Я попытаюсь Бэриком починить генератор и просто убраться отсюда. Потому что здесь делать нечего. Если ты хочешь выживать, то нужно делать все очень быстро. Ты должен быть как чертов ниндзя. Одна нога здесь, а вторая уже чинит генератор. Ну, в принципе, смотрите, Джек прокачан насколько хорошо уже у меня, что поломки в генераторе почти что нет. Я надеюсь, она сейчас не случится, вот когда останется там последние 2 секунды. Вот сейчас, например. Ебой, супер, уходим отсюда быстро. Нам здесь больше делать нечего, и мы валим, валим, валим. Так, я чувствую, вот здесь будет еще один генератор. Хорошо, чиним. Сердце, нет. Или да? Вроде нет. Да ты придурок, Генри, иди-ка ты в жопу. Кошмар. Я знаю, что Генри медленнее, чем я, поэтому я могу не париться. Нет, могу париться, сейчас могу париться. Вот сейчас я уже парюсь, я переживаю по этому поводу, твою мать, и, конечно же, я в жопе. О, черт возьми, как же ж это было неудачно, я разочарован. Вот себе я сейчас очень сильно разочарован, и это моя ошибка, это мое фиаско на самом-то деле. И он продолжает за мной гнаться, что ли? Серьезно? Серьезно? Да нет, я в это не верю. Ну нет, ну вот сейчас же он не будет меня бить, правильно? Я просто возьму свое золото и свалю, надеюсь. Сейчас я делаю глупость, я пытаюсь... А, уже освободили, да? Ну да. Боже мой, куда мне идти? А, вон он бежит, отлично, все, сваливаем, значит, обратно. Так, пока там всех ловят, у меня есть шанс что-то еще починить и куда-то удрать. О, найс. Недочиненный генератор. Вот такое, если это специально для меня, понимаете? Такие вещи оставляют специально для меня. Ты меня хочешь починить, да? Спасибо тебе большое, я понимаю, конечно, давай. Это очень рискованно. Я бы не стал этого делать прямо сейчас, потому что нужно сваливать. Ладно. Я потерян. Я бы все равно не убежал, поэтому... Ну, вы поняли. Сваливаем отсюда. Нам тут делать не охрен, поэтому я попытаюсь себя сам освободить и свалить. Чем быстрее, тем лучше. Я зол. Да. Сейчас я себя буду освобождать. Это отменить нельзя. Он сейчас сюда прям прибежит. У меня такое уже было. Ну, вот, пожалуйста. Сука, что за херня? Ну, вот как же ты меня бесишь? Боже, тупая игра. Вот понимаете, вот это уже не первый раз. Отменить-то этот навык нельзя. Вот почему так? Вот вы мне объясните, пожалуйста. Почему нельзя отменить этот долбанный навык? Это же ведь нечестно. Спасай давай. А если бы я отменил его, я бы завязал этот навык гораздо позже. И было бы у меня все хорошо, я бы не парился. А теперь я тут ползаю, как инвалид. Вот идем мы прямо на него. Братишка, ты меня починишь? Почини меня, пожалуйста. Братишка. Братишка свалил. Ну ты куда? Ну и все, да? А, нормально, нормально. Мне это нравится. Пожалуйста, не убей меня тут. Я тихонечко. Я как ниндзя буду, я обещаю. Я буду как гребаный ниндзя. Ты даже меня не увидишь. У меня одна нога тут, а вторая уже чинит генератор. Не забываем. Что-то мы все покалечены, и вот очень прям сильно. И смотрю, и Илонка попала. Павел вообще сдох. Да ну не. Да, я иду прям на него, да? Ну, класс, все, я понял.
Это великолепная катка. Я это сразу понял. Класс. У меня почти скилл восстановился, но я не успею. Я умру раньше, чем у меня восстановится скилл. Беги, Фьюго. Беги. Живи. Мы счастливы за тебя. Ты должен спастись, и пускай он охренеет. У меня последний шанс это использовать этот вот скилл. Возможно, я сделаю это зря, возможно, нет. И сейчас мы проверим. Все. Мне не хватило доли секунды, ребят. Реально, доли секунды, чтобы успеть отсюда удрать. Получаем свои чудные награды. 630 опыта с удвоением. И уходим плакать тихонечко где-то в отдельную комнату, чтобы этого никто не слышал. Потому что это самая дерьмовая каточка. Ну как так можно было отыграть, я просто не могу понять. Я хочу уже открыть себе Софию. Но она, скорее всего, будет доступна на следующей главе. Потому что сейчас там по навыкам, точнее по заданиям, у меня будет открыт новый мясник, и у меня будет открыта новая карта. Это все, что будет доступно. А мне нужна София. Нет, то есть мне очень зашла Мэри. Как будет себя показывать София, я без понятия. Так, все, валим отсюда сразу же. Даем дёру. Вот смотрите, я иду, но вот как так? Меня выбрасывает прям рядышком с мясником. Причем настолько рядом, что у меня потные ладошки становятся прям моментально. Чиним свой генератор. Будем потом как-то играть по левому краю. Надеюсь, по левому краю. Потому что что-то в последнее время зачастили мясники на нижний ярус. Обычно они тусовались постоянно вверху. Сейчас они ломают нашу систему, и мне это не нравится. Поэтому мы будем ломать их систему и будем бродить в совершенно другой стороне. Пускай они нас попытаются найти, попытаются поймать, потому что я настроен на победу. Эта каточка должна быть той самой. Вот я верю, понимаете? Все, мы починили свой генератор. Хорошо. Свою лепту мы уже внесли. Ну, в принципе, надо освободить чувака. Пока я тут рядышком. Я ничего не потеряю. Здорово. Сваливаем. Мы теперь просто сваливаем, серьезно. Нам тут делать нечего. Я так вот прям вниз ныряю. Направо. И больше вы меня здесь не увидите. Уж простите, но там опасно. Так, генератора нету. Тут у нас генератора нету. Это вообще плохо. Слушайте. Тихо. Я понял. Он в этом ярусе тусует. Свалим мы отсюда. Пускай ломает там двери. Пока он будет ломать двери, мы уже успеем перебраться на верхний. Что? Он что, уже здесь? Как так? Это нереально. Вот тут, наверное, рядышком с ним должен быть тоже генератор. Если в тех двух местах нету, там один подчиненный, вот он, отлично. Это, кстати, один из самых опасных генераторов, потому что если человек попадает в клетку, вот Лаверн, например, то маньяк начинает больше обращать внимание на центральную часть локации, и он начинает очень часто здесь тусоваться. Ну, а я, естественно, рядышком с ним, и если у меня вдруг поломается генератор, то я буду в большой жопе. Ну что ты творишь? Джек! Вот из-за таких, как ты, и потонул Титаник, понимаешь? Дебил. Ой, бля. Сваливаем нахрен отсюда. Просто сваливаем нахрен быстренько отсюда, пока он там будет ломать двери и все остальное. Меня уже здесь не должно быть. Просто не должно, понимаете? Я должен сделать марафонский круг, обойти все заново и начать ломать. И при этом я вот должен помочь парню починить генератор. Ой, парню. Софья, Софья, это была Софья. Софья, пока. Пока там тебя будут драть, убивать, я уже свалю. Потому что это не вариант тусить тут. Нет, 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 Софи! Софи, ты меня подводишь сейчас под монастырь. Ты куда тут попадаешь, блядь, Джек, беги. Беги, Джек, быстрее, чем Софи, беги. Бой. Так, дверь закрылась. Хорошо, я в восторге. Я просто сваливаю марафонский круг, как я это могу. И я верю в себя. Давай, мои силы мне помогут. А мы сможем убежать. Мы сможем убежать. И в ловушку не попасть. Давай, 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 давай. Привет. Привет.
Давай, 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 доли секунды. Да. Кто хорош? Я просто великолепен. Тут, короче, осталось генератор по пару секунд почините все, ребят. Понимаете? Рели, пара секунд тут, пара секунд там, и мы просто все, мы выиграли. Настолько эпичная каточка, что у меня потеют лодыжки. Ебой. Опасненький маневр. Мы обходим по правому флангу, электричество включено. И тут есть очень опасная дверь. Ну, Рели, ну вы видите, да? Вы можете представить? Ты куда ты кричишь от страха? Придурок. Этот сумасшедший кричит от страха прям рядышком с мясником. Вы понимаете, да? Ну, что может быть хуже? Я лично не знаю. Ебой. Давайте-ка еще и вот это заберем. Все равно рядом стоим. Какая разница? Мы ничего не потеряем. Так, еще ништячок заберем. Хорошо, 8 золота. Это, кстати, не самый плохой коэффициент получения. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я же говорил, что мы выиграем. Ну что ж, друзья, мы спаслись. Мы помогли ребятам. Получили неплохое количество опыта. При удвоении будет 2700. Я в восторге. Всем спасибо. Я знаю, вы любите смотреть Horrorfield. Ждите еще больше этих видеороликов. И помните, друзья, мой новый канал, где проходят видеотрансляции, в описании. Так что всем спасибо. До скорых встреч. Пока-пока.